Давай, апорт. Апорт. Дина, апорт. Молодец. Давай, 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 давай. Апорт. Апорт, Дина. Апорт. Динка, апорт. 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 Давай, 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 апорт. Динка, апорт. Хочу, чтобы она мне эту корягу большую притащила. Она ее и так снизу вынесла, вот так наверх вытащила. А я ее сейчас угощу с вкусняшкой. Джина, апорт. Плюнь! Ну-ка, апорт. Молодец. Ай да умничка, на, моя сладкая. Ай, молодец, Джиночка, молодец. Смотрите. Просто видите, друзья, вот в чем прикол. Когда с собакой иногда просто говоришь вот нормальным тоном, она может подзабить и своими делами занимается. То есть грызет палку эту, да, бревно, ветку. Как только тон сменишь чуть-чуть построже с собакой, так она все свои дела бросает, сделает то, что вам надо. Поэтому иногда надо с собакой построже, чтобы она тебя слушалась. Да, Тайсон? Тайсон лучше посидит. Молодец, Диночка. Молодец, Диночка. Давай, давай, давай. Ай, хорошо. Молодец, Тайсон. Молодец, Тайсон. Тайсон, молодец. Ты мой зять. Ну, Тазик, у тебя тоже палочка, смотри, есть.